Добрый день, дорогие друзья. Наверное, для кого-то даже доброе утро. Мы приветствуем вас из Уфы, Стрион Нефтяник. И открываем 12-й тур МЛБ первой лиги. Начинаем футбольный октябрь с матча между футбольным клубом Уфа и Калининградской Балтикой. Есть преимущество, то небольшое. А вот это опасный момент. Иван Кукушкин на ленточке играет и демонстрирует, наконец, то, за что я его хвалил. Так мяч выбивает. Пас пяткой. Лазарев бьет. И Кукушкин снова спасает свою команду. Здесь Младен Кашчела получил по ногам. Будет желтая карточка показана Никитину. А у Никитина уже было предупреждение. Сильно далеко вбрасывает. И вот момент. И гол! Балтика на последних минутах вырывается вперед. Ну что, мы неоднократно сегодня говорили, что стандартные положения – это сильная сторона игры команды Сергея Игнашевича. Это ситуация. А что здесь? Кленкин, удар, и 2-0 в пользу Балтики. И это уже жирная точка. В этом матче 90-я минута. Команда Сергея Игнашевича оформляет очередную победу, которая становится для гостей третьей подряд. Таким образом, 11 туров к ряду Балтика не проигрывает. И в конечном итоге хозяева уступают лидеру чемпионата, лидеру МЛБ первой лиги.